парни, это Скай-парк. Мы приехали в интересное место. А зачем мы сюда приехали и что мы здесь будем делать, вы увидите и узнаете через несколько минут. Очень симпатично, сейчас посмотрим, что здесь внутри. Прикольное место, Фиш здесь. Всем Алекс, привет. Тоже здесь. Фиш кое-что сегодня нам сделает, обещал. Ну да, я вот намекну, да, что, а вы уже сами там посмотрите. Очень красиво. Внутри еще прикольнее. Банджи-бар. Здесь такой неплохой бар. И перед тем, как пойти туда, мы решили немного посидеть в этом баре и перекусить. Да, смотри, очень прикольно, джинсовые такие сиденья, да? Парни, мы не просто так сегодня пришли в это место. Сейчас у нас пауза на обед, минут 15-20, а-ля 45. А после этого мы вам кое-что расскажем интересное. Леха пьет пиво, но мы все знаем, что алкоголь и спорт несовместимы. Но он пьет пиво не просто так. Без пива тут не вариант. Без пива не вариант. А сейчас, точнее, скоро вы поймете почему. Парни подтягиваются, горячие силы. Точнее, усиление подтягивается. Что же сейчас будет, вы увидите. Вот привезли человека сюда, который улыбается. Разрешили ему в виде исключения выпить одну кружечку пива. Скоро. Вить, как дела вообще? Отлично. Мы по тебе уже соскучились все. Там уже спрашивают подписчики, ты читал? Горячие головы приедут на спор или нет? Приедем. Спрашивают. Вот. Они приедут. Еще не определились одной или двумя командами. Вот это подход. Но об этом чуть позже. Да? Смотрите, парни, вот это вот план спора, план соревнований. Вот это вот один лэп. Вот это второй лэп. Вот это вот старт. Это линия, которая разделяет болото. Вот квадроциклы стоят, видите? Они стоят по 4 квадроцикла. То есть у нас будет, например, если несколько команд, то я квадроциклы поставлю в 2 ряда. То есть, например, вот Northway 4 квадроцикла, видите, да? Вот Northway 4 квадроцикла, видите? 2 и 2 сзади. То есть вот так вот будут команды стоять. Это будут чековские проходимцы, это горячие головы. И это, например, квадроостров, да? Вот. Мы стартуем. Стартует сначала первый ряд. По 2. Стартует, поехали. Дожжем. Да, сейчас, дайте. Вот они, поехали. Через 15 секунд стартует второй ряд. Тоже поехали. Задача проехать вокруг лэпа. Объехать. Это варяг едет, он варяга. Да, это я, да. Вот, ну я забуксовал здесь, дай такой примерный план. Тут горячие головы, все вчетвером. Они вырываются, обходят. Один застрял, ну ладно, потом, вот, объезжают лэп, и вот получается финал. То есть едут горячие головы, и первыми пересекают финишную линию, ну как было на первом споре. Но они одного забыли. В это время Northway подтягивается. Подтягивается, вытаскивает. Вот. Это кусты, парни. Ребята, да, кусты и взрослые, да, мужики. Обижают, да. Сидят тут. Все, Northway весь. Northway весь, да, приехал. Значит, те, кто доехал, уже горячие головы, они могут пойти этому помочь своему. Ну вы поняли все, да? Соответственно, еще две команды осталось, но. Дим, ну расскажи в итоге, как будет определяться победитель. Вот, парни, перемешаем квадрики, чтобы никому не было обидно. Все доехали до финиша. Все доехали до финиша. Вот. И один какой-то квадрик здесь остался. Квадрик принадлежит, например, команде, я не знаю, «Голубая мечта». Вот. И квадрик из команды «Голубая мечта» последний. Значит, команда его выбывает.
Поняли, да. Две команды или три проходят финал. Да. Поняли, да? Да. Ну, короче, там на месте еще расскажу поподробнее. Короче, да, ребят, мы с вами находимся на самом длинном пешеходном мосту, и он же банджи-джампинг, да, это когда резинку привязывают к тебе ногам, ну все как в старые добрые времена, только уже, да, с буржуями. Ну, в общем, я когда сюда первый раз гостями попал, наблюдаю картину. Два абхаза, один уже прыгнул, показал всем видео, вся Абхазия, короче, видела, вах, молодец, нашелся один его кент, как обычно, говорит, ах, хер ли там прыгать, я, говорит, оттуда как хочешь, боком. Это у нас как... есть вот такой сидит сейчас. Хер ли там прыгать, хер ли там. Боком так. Боком, каком, сверх ноги, со стойки, бомбочкой, как хочешь, короче, так и прыгнул. Ну, ходит бровица такой, второй, которого он привел, первый-то уже прыгнул, видео доказательство, ходит бровица, его там взвесили, написали ему номерочек, а он такой уже побледнел, а это для чего? А это чтобы проще было опознать там. Начали на него встегивать ремни, все, короче, положили в это кресло на краю, и в самый момент X, когда он подходит к краю, человек бледнеет, мутнеет. У него по телу случается спазм полнейший, его скрючивает, он начинает орать не своим голосом, а ребята его как бы, ну, еще даже к краю не подвели, только с кресла сняли. Он видит. А что, что орет-то? А он видит, там круча какая, что ему сейчас туда нужно на какой-то резинке. А резинка, ну, это из трусов вот эти, которые беленькие, тоненькие есть, вот она собрана из таких. Он все это дело видел, он все это прекрасно понимает. Ну что, у них там в Абхазии, да, это прям вот такой аттракцион веселый, да. Он же не понимает, что... В каждом здесь, дворе есть. Да, он же не понимает, что здесь все серьезно и есть вероятность, что она не порвется. Это там бы она порвалась по-любому. Вот, он начинает, и я в жизни не видел таких испуганных... людей. Второй, который уже прыгал, достает телефон и говорит, ура, если ты сейчас не прыгнешь, я это всем ходи покажу. Этот бледный, но понимает, что стыда ему позора не избежать. Он говорит, папа, убери телефон, я от тебя, говорит, отсюда выйду, из-под земли достану, телефон твой маму выверну, выйду. Короче, договорились они о чем. Парень напуганный, ну, не передать словами. Руки, начинают с этими ребятами, инструкторами драться, уберите все, я не прыгну. Договорились они на чем? То, что если он прыгнет, первое видео вот этих вот там корячений всего уберет, всех их напуганных глаз. Он минут 30 ходил, пошел в баре, тяпнул чачи или чего, пришел к краю, закрыл глаза, перекрестился, сиганул. Я говорю, вот в той позе, в которой он сиганул, в той позе его же и достали. Причем достали его. Ну, ему настолько было страшно, то есть он в ступоре. Достали его с синими руками. Молодец. У него полопались вены от напряжения или что-то. Или он там тянул, там что-то стягивал, резинку или что-то. То есть, ну, это, короче... Перенапряжение. Это, да? Было перенапряжение. Такой адреналин. Смотрите на него. Запомните его таким. Он пока красненький, такой бодренький. Через пару часов вы увидите. Я также буду сесть пьем. Все будет нормально. Кстати, да, где наша не пропадала. Леха потом, а потом Алекс, наш незаметный и тихий друг. Ждет вас в кафе. Ну, посмотрим. Парни, поставили нам такую печать. Сними видео, фоткай, делай. Вот он наш крутой перец. Идем, парни, дальше. Слушай, ну симпатичный ремонт такой здесь. Прикольно сделали. Да, сделали классно. Парни, даже не думал, что здесь так красиво. Когда снизу проезжаешь на машине и видишь эти конструкции, то все выглядит не настолько круто, как здесь. Идем дальше. Я там вот два голоса и с камерой, конечно. А, нет, это надо.
Парни, вот здесь вы можете съехать на качели 700 метров вниз. Сейчас желающих пока не вижу я, но все впереди. Сразу же билет, бери на все аттракционы. Ездить захотел, я читаю. Ну давай, вот, давай. Поездить. Вот тебе, кстати, костюм. Ты можешь в костюме пчелки, да. В нем дракон, такой бесстрашный. Дракона. Лёх, занимай очень. Купите билетик и можете прыгнуть в пропасть. Она вернулась, парни. Лёх, ты готов прыгнуть на 250? Готов. Витя, а знаешь, почему 250? Почему? Потому что категория А подняла на сотку призовой фонд спора. И он сейчас 250 тысяч рублей. На 69, а мы идем прыгать на 207-250. И мы будем прыгать с банджо, которая сделана из такой резинки, как сделана эта мусорка. Самое печальное то, что вот она какая-то под... Парни, в детстве это называлось венгерка, венгерка. Ну что, вперед! Леш, стоп! Парни, это 69, а мы идем дальше, Нортвей идет дальше. 207, парни. У-ху-ху-ху-ху, высота. Ладно. Да, вот это уже другой уровень. Парни, с ума сойти. Посмотрите, какой вид. Не бросать.
бросимся сами. Это прохладно. Оденься, дует. Лёх, оденься. Дует. А где наши парни-то, а? А, с мороженым их не пускают. Ладно, пошли, догонят. Да не, Лёх, вообще нормально. Просто аттракцион. Пойдем. Так, потихоньку. Сама болит. Люди боятся, но идут дальше. Ребят, ну если честно, то как бы совершенно не страшно. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что я думаю, что Фиш сегодня испытает самые страшные ощущения. Ну, я вот как бы... Здесь не так высоко. Даже не чувствую, да, высоты никакой. Ну, ничего, посмотрим. Может, потом на качельках съедем. Которые 700 метров. Здравствуйте. Видите, все очень доброжелательные, приветствуют нас. Все любят наш канал, смотрят. Итак, мы приближаемся к финальной базе. Написано не прыгать, не курить. Что ты этот? Лёх, идем быстрее, то я сейчас... Такие маленькие. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Поприветствуйте наш канал на YouTube. Всем привет. Привет. Идем дальше. Ни на кого не смотрим. Все женаты. Нормальный обрывчик. Кстати, смотрите, парни, рафтинг. Видите? Прикольно, да, смех прошло. Да, рафтинг тоже одно из развлечений. А вон качеля поехала. Итак, мы приближаемся к заветной точке. Сейчас увеличу вам рафтинг. Качеля. Итак, мы приближаемся к заветной точке. Народ, выстроитесь как-нибудь. Парни, я уже научился не обращать внимания на окружающих, когда я говорю в телефон, потому что я вижу в объективе вас. Выглядит это примерно так. Я не знаю, что там передает телефон, но выглядит это капец. Парни, здесь написано 207, но 250 тысяч призовой фонд спора. И в честь этого призового фонда мы делаем прыжок с 207 метров. Нашли бы выше, прыгнули выше. Парни, а теперь, собственно, ради чего мы сегодня собрались здесь, на высоте 207 метров? У нас появилась радостная новость. Сразу скажу, на канале Nordway никогда не было и нет никакой рекламы. Но я не могу пропустить мимо то событие, что... Компания категория А, которая находится на Новой Риге, подняла призовой фонд спора на 100 тысяч рублей. И теперь призовой фонд спора у нас 250 тысяч рублей. И в честь этого мы решили сегодня совершить прыжок с высоты 207 метров. К сожалению, больше не было. 250 тысяч рублей. Фиш. Я пошел. Леш, какой у тебя номерок на руке? А? Номерок. 77-90? А что это значит? Пам. Ну, честно, не знаю. К прыжку, он надел специальный костюм безопасности. Я думаю, в этом костюме ему ничего не грозит. Маленький, он чуть-чуть.
все ради вас. Все ради вас. Шевелится. Я так помешу. Ну, я не знаю, так не очень смешно. Все, все, поднимают его, поднимают. Сейчас будем приветствовать. Молодец, красава. Парни, АТВ клуб Нортвей. Нормально, брат. Леха! Молодец! Герой. Не раздевайся, братан, сейчас будем с тобой фотографировать. Я это сделал. Молодец, красава. Ну, было страшно. Что-то костюм чуть коричневый. Нормально, да? Вообще круто. Ну что, расскажи ощущения. И главное прыгнуть. Ноги как? Вообще нормально. Нагрузок. Страх. Стоишь, когда, короче, грян, вот. И думаю, я все, я прыгать не буду, говорю. Реально не буду. Ты сказал им так? Да, я не буду прыгать, говорю. Да ладно. Они меня уговаривали, короче. Я говорю, я не буду прыгать, все, я пошел. Ты так говорил? Говорил. Почему так говорил? Встань туда. Да. Ты туда встань просто. Ты в итоге-то прыгнул. Короче, он прям играл. Парень. Настроил тебя, да? Нет, он говорит какие-то, ну там волшебные слова такие, что там просто не вариант, ну как бы нет варианта. Он говорит, как бы если или прыгнешь, или мы тебя столкнем просто, и все. Так что варианта здесь не было.
Либо на резинке 207, либо без нее. Да. Я думал, как. Короче, ладно, это не важно. Главное, он прыгнул, парни. Знаете, какая тема? Тема такая, что у нас был приз от Нортвея 150 тысяч рублей на спор. Категория А подняла на сотку 250 тысяч рублей. Сейчас премия на споре, парни. И в честь этого Фиш сделал прыжок сегодня с высоты 207 метров. С банджо, парни, это очень круто. И это еще не предел. Спонсоры могут поднять ставку. Спонсоры могут поднять ставку хоть до миллиона. Мы ждем, звоните.